А в восточном Казахстане есть еще одна проблема, помимо проливных дождей. Это медведи. Так в пригороде Ридера косолапый гость съел все запасы еды у туристов. Он наведался на базу отдыха и стал с аппетитом поедать шашлыки и салаты, а потом еще долго не желал уходить. Медведь трехлетка ел с таким аппетитом, что поначалу хозяева стола только умилялись. Но когда наелся, не спешил уходить. Он, не торопясь, обследовал территорию, разворошил вещи и с комфортом устроился на базе. Хозяин зоны отдыха развел руками. Закон запрещает отстрел медведей. Придется ждать, пока сам уйдет. Оказалось, что такой зверь в ридерских лесах отнюдь не редкость. Тем более, что популяция их за последнее время значительно выросла. И сейчас по всей Восточно-Казахстанской области насчитывается 3000 особей. Особенно опасно это может быть для детских лагерей. В таких случаях, значит, появления медведя на территории населенного пункта, если он не реагирует ни на какие факторы, то есть, ну, грубо говоря, нет у него страха. Этим может заниматься областное объединение, Восточно-Казахстанское областное объединение охотников и рыболовов. Вот. Территориальная инспекция лесного рыбного и охотничьего хозяйства.